Вести с полей. Нет, вы все ошибаетесь. Это Вести с полей 2. Вы все уволены. А я думал, это первые. Ну хорошо, ты можешь остаться. Ей! Кто у нас хороший житель? Я хороший житель! Да, ты! Последние новости! Стали известны победители лотереи! Призовые номера! 1, 4, 17, 548, буква М и рисунок собаки. Интересно, что они там выиграли? Бог ты мой, я выиграл, я выиграл! Я выиграл, я выиграл! Кто-нибудь, выведите я его! Я выиграл, я выиграл, я вы... Зачем ты сделал? Уходи отсюда немедленно! Ну ладно, я пошел. Один из жителей умудрился заколдовать себе. Мое мнение, он ведьма, его надо сжечь! У тебя не должно быть своего мнения! У твоего лица не должно быть своего мнения! Один из наших жителей нашел свои дрова, которые якобы были украдены у него. Мне это не нравится. Кыш! Кто мне ответит на извечный вопрос, почему мои усы идеальны? Экстренные новости! Один из жителей не успел вернуть книгу в библиотеку. Передаю слово жителю номер 9, который вместе с командой спецназа штурмует здание, чтобы спасти книгу. Спасибо, житель номер 4. Как вы можете видеть, мы готовимся к крупномасштабному штурму. Раз, два, три! Мы входим! Пошли! Я исполню атмосферную мелодию! Чисто! 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 Кажется, я нашел что-то! Двигаемся! Оставайтесь на месте, вы имеете право хранить молчание! Что за... Это не он! Продолжаем движение! Вы готовы? Да! Го! Я вижу трех нарушителей! Это место просто кишит ими! Взять их! О, нет! Нет! Это все ложь придумала! Это она виновата! Нет! Это лошадь все придумала! Там еще один! Взять его! Вам не взять меня живым! Ну вот, он удрал. Выдвигаемся! Где следующие цели? Мы видели их в комнате! Рапортуйте, рапортуйте! Здесь заперто, я не могу войти. А вот и я! Все с дороги! В укрытие! Пип, 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 бум. Давай, пошел, пошел, пошел! Цель на месте! У него книга, что за... Вот штамп на вашу книжку. Спасибо. Хорошо, уходим отсюда. Ну что ж, кажется, наша работа на сегодня завершена. Да ты ведь ничего и не делал. Заткнись. Встретимся в студии. Спасибо, житель номер 9. Ну что ж, кажется, этот выпуск подходит к концу. Эй, это мой стул. А ну вали отсюда. Нет! Вести с полей. Кажется, инопланетяне продолжают похищать жителей. Давайте посмотрим поближе. Вот они летают здесь, и жители бегают во все стороны. Я не знаю, что происходит, но это вполне себе ничего так. Перевел и озвучил Риська эксклюзивно для канала Beatrice Mult.